Ребят, всем привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. В Майнкрафт играть будем в мини-игры, в Bed Wars. И, может быть, зайдем в Egg Wars. Может быть. Скорее всего, в Bed Wars только. Сейчас захожу на сервак. Все, ребят. Зашла на сервак. Почему это я не сняла? Потому что заходила довольно долго, потому что лагала, ждала тут немного. Минут 5 вкашила. Хочу сделать очень прикольную вещь. Так. Эта штука меня кидает. Ой, круто. Мне нравится. Ладно, пойдемте в мини-игры. Мини-игры. Так, сейчас она прогрузится. Людей много. Так вот, Bed Wars. Будем играть, я думаю, 4 на 4. Команда 4. Давайте, пока у нас есть время, попрыгаем тут. Паркурчик. Давайте. Вот так вот. Воп! Блин, свалилась. Ладно, давайте хотя бы опять на зеленую. Блин. Не люблю паркур, на самом деле. Нет, я его люблю, мне он нравится, но он довольно сложный. Тем более, когда первый. Нифига попрыгали. Нифига. Давайте разбежимся, как разбегались. Сти. Ну, блин, я случайно бью не на прыжок? Вот, блин. Все, заходим в Bed Wars. Так, пойдемте на генератор. Вот у нас тут генератор. Уйди, девочка. Давай чуть-чуть постоим здесь, пособираем. Я хочу сразу сейчас пойти вон на тех. Или на центр. Видите? Так, а куда она хочет? Она хочет на центр? Нет, она хочет на рыжих. Девочка из нашей команды. Так, а ну-ка. Покупаю просто блоки. Не буду больше покупать. Так, пошлите просто с двумя стаками блоков, просто я решила побежать. Надеюсь, я все-таки давно не играла вообще в игры. Надеюсь, мое строительство не подведет. Так, это у нас разве... А, это центр? Чё? Чёрт. Отойди. Те. Я думаю, мы... Не будем делать, потому что как-то сильно опасно. Опасно. Иди давай, если хочешь. Воруй золото. Вот. Построю вот такой путь. И я хочу надземный построить еще рядышком. Блоков много, поэтому можно. А зачем мне нужен сейчас надземный? Чтобы как бы мы могли прыгать на центр, а заходить на него не могли. Да, тут кто-то летают. Прыгают точнее вниз. Так, блин, а я путь неправильно построил. Вот, давайте это будет типа как обманочка. А на самом деле обход-то тут. Вот. Как бы как будто бы стенки, а на самом деле это обход. Смотрите, хоп. Конечно, я думаю, на вот этом будут много мои братаны падать, но пусть падают, что мне с этого. Нет, вообще все равно, на самом деле. Вот так. Кто выходит из игры. Так, сейчас мне надо... Блин, рисковать? Нет. Топл разрушено, да? Это не наша кровать, ребят, если что. Давайте сейчас немного... Не хочу приколну. Давайте выкинем ее. Смотрите. Сверху.
такой пошел, поднял. Давайте им 7 блоков кинем. Я думаю, конечно, они заметят, но поймут, что это зеленый, раз зеленую терракоту кидаю. Мне кажется, нужно тут танчить. Давайте попробуем аккуратно по один блок сломать. Вот гад ушел. Блин, я хотела под ним блок сломать. Давайте немного обезопасим наших братанов немножко. Чтобы они не улетали. Так вот особо. Я построю им... Блин, опасно? Ну ладно, ничего. Я им построю вот такую вот фиготень. Так, конечно, здесь вполне легко улетят. Хотя бы немного, но безопаснее. Так, прыгаю. Я на шифте сейчас, потому что опасно. Вот там не веду путь. Немного неправильно. Я так смогу подняться или не смогу? Так, вот, вот этот блок мешает. Есть и так заборчик, вот подняться могу. Да блин, давайте вот вот так сделаем немного по-другому. А вот могу, все могу, могу. Ну, давайте здесь уже не будем ничего ставить, вот. Поставим блоки, пока не кончатся. Вот, ну, хватит, может быть. Сейчас буду обмундировываться. Я вижу, там наша бежит. Наша девушка бежит. Ну, не наша, в смысле, из нашей команды. Вот, вот тут немного безопасности добавлю. И вот такой вот красивый входик. И вот тут чуть-чуть сделаю безопасность. Безопасность превыше всего. Поднимаем блок. Нормально, безопаснее. А сейчас я хочу просто в наглую, что вроде там противников нету, в наглую тут походить, пособирать золото. Давай, иди. Да. Ой, твою дивизию. Твою дивизию. Блин. Надо вот так вот тут. Кстати, я читер. Он меня не заметил. Я тут стою, он меня не заметил. Может, просто пожалел. Я не знаю. Вот, красные мне явно не пошли. Пошел в баню. Пошел в баню. Блин. Типа, это красный. Это тот, который хотел на меня... Надо сейчас... Пошел в баню, говорю. Твою дивизию. Скидываем. Давай, брат, спасай. Спасай. Полтора хп. Брат, спасай. Вон он, тот чувак, который сейчас он там стоит. Он играл со мной в прошлых играх. Яда, дайте яды. Давайте напишем. Яда. Да, яде. Зелёные. Зеленый, да? Еды. Дай еды кто-нибудь мне. Еды. А как мне выбраться, кстати? Говоря, вот этим вот траншеям. У меня тут золото есть. Давайте вот наковыряем блоков немного. Красным жизнь подпортим немножечко. Им сломаем немного путь. И заодно этим... Во-первых, себя безопасен, во-вторых, я блоков немного наковыряю. Тик, аккуратно спуститься. Так. Аккуратно. А, блин, а я ж не вылезу теперь. Хотя вылезу, наверное. Твою дивизию. Меня выкинули. Вот твари. Вот твари. У меня же кровать есть, да? Так, у меня кровать... Да, у нас кровать есть. Розовых все уничтожили. Ну и хорошо.
Я сейчас отправляюсь, но не буду таким тупичем. Возьму немного хотя бы блоков. Меч не буду брать, мне он не нужен. Возьму блоков, стака мне хватит. А сколько стоит палочка откидывания? Так, одно золото. Надо сейчас добыть мне два золота. Одно на лука, а другую на палочку. На палочку-выручалочку. Обхожу по моим... Твою дивизию чуть не свалилась. Вот. Видите? Путь-то не безнадежный. Тут безопаснее, потому что я еще тут ходов. Я хожу. Так, безопасно, да, вроде. Сигаю. Практически минус половина жизни. Все, два золота есть. Возвращаюсь. Возвращаюсь. Так. Девочка, ты идешь со мной или ты не идешь со мной? А? Ты идешь со мной или нет? Так вот построю. И сейчас просто поднимаюсь наглую. Чё он не ставится? Ладно, давайте на этом блоке поставим. Ну нет. Ну блин. Ребят, ну это нечестно. Не хочу так играть. Давайте не будем играть. Давайте пойдем поиграем в Эквартс, где меня любят. И меня не убивают. Пошлите в Эквартс. Я не хочу. Хотя вы мне сейчас скажете. Так ты сама начала снимать видео про Бэдварс. Ладно, давайте. Вот так. Аккуратно, аккуратно. Там у нас зеленый, и, по-моему, сейчас будет минус зеленый, да? Или нет? Так. Вот что ты тут забыла? Блин, мне вот эти вот люди очень не нравятся. Надо сейчас собрать. Так, там рыжий. Блин, я хочу их убить. Их убить хочу, иди, рыжий. Рыжие убивают. Мне не нравится. Может мне попробовать к моему братану пойти? Или не надо? Тяня моя очень надо. Блин, а что мне делать? Ну, розовых, а может мне оранжевый? Хотя, блин, какой смысл? Там это какой ходит? Это рыжий, да, рыжий. Давайте напишем рыжим Гутим. Ребята, рыжие. Давайте их затроллим. Идите на базу розовых. Я застряла по... Нет, давайте напишем. Убейте меня, ПЖ. Давайте вот так напишем. Или они ушли уже, пока я пишу сало. Кровать, стопа, кровать. Фу, красная, это вот не те. Молодец, брат. Ладно. Я вот сигаю вниз, отбираю свое золото, забираю его и ухожу в задницу отсюда. Вот так ухожу. Все, меня уже точно не ударят. Ну, блин, я сейчас... Вот почему блоки не ставятся? Вот как мне выйти? Ладно, будем рисковать, рискнем и будем делать вот так. Вот так сделаем, теперь обломаем этот путь, чтобы к нам никакие жопки маленькие не пришли. Прохожу спокойно, не буду бежать, чтобы не просрать свое золото в прямом смысле этого слова. Сейчас первое, что куплю, это лук.
покупаю себе немножечко стрелок. Еще я хочу себе купить на это. Так, меч он стоит 7 золота. Так, что я могу купить еще? Уже зачарки. Давайте купим стол зачарования. Вот. Поставим его куда-нибудь. Да, давайте поставим стол зачарования вот сюда, допустим. И требуется лазурит, а лазурит у нас за железо, да? Лазурит зачарование, так. Лазурит, импан это железо, да. Да черт возьми! Я знаю, как сделать. Вот, что мне делать, а? Может мне пробовать заюзать как-то вот. Блин, я не знаю, как это сделать. Может мне как-то поставить блок. Блок. Ну, эндерперлы я сейчас не... Колд, да. Может мне пробовать сделать вот так. Цельнуть вот так вот в себя, чтобы у меня стрела попала в меня. Ребят, убейте меня. Да, я застряла. Я застряла. Девочка хочет, наверное, или помочь, или похрен на меня. Я не знаю. Тут есть лестница. Аллилуйя. Спасибо, девочка. Спасибо. Я благодарю тебя, что вы спасли меня. Все, взяли немного этого лазуритика. Так. Давайте постреляем немного. Я хочу пострелять. Я вообще на самом деле большой лучник, потому что драться вообще какого хрена. Какая-то тварина. Какая-то тварь идет на нас. Какого хрена? Пустись тут. Нормально, все берем. Алло. Шлите, купим лазурик. Лазуритик. Лазуритик. Дайте купим лазурита. Больше. Так. Так, все. Так, теперь смотрите, что делаем. Разное, сколько стоит сундук. Сундук. Нас на конь. А мы что, выиграли? Так. А да, мы выиграли. Наши пошли, добили тех, и мы победили. Поздравляю, ваша команда выиграла игру. Да. Я, конечно, даже ни одного противника не убила. Но мы-то выиграли, ребят. Наша-то команда тащит. Давайте попробуем попаркурить. Конечно, паркур еще. Тот паркурщик. Я боюсь. И... Да. Поплыли. Каточка у нас шла. Ну, я думаю, минуток 30 будет. Но... Смотрите, какая милая черепашка. Телепаска. Алёся, давайте тебя по глазу. Давай по глазу, по глазу, по глазу. Я бы, конечно, хотела его правой мотык. Кубы мини... Блин, не лагай. Просто. А, чё ты. Давайте мини-игры. Дварс, не знаю. Не очень хочу сейчас Дварс. Так. Скайварс. Я не знаю, что такое Скайварс, но давайте еще раз в Бэдварс, только уже 2 на 2. Чтобы было больше. Я засрала немного в блоках. Побежали, прокурим. Блин. Я просто прокурить не умею, на самом деле. Нет, я умею, но мне не очень удобно наискосок. Опять лаганул парень. А, все, вот, лагал. О, господи, как он страшно. Блин, я не успела опять сигануть. Да может с места мне.
Ладно. Я знаю, как можно, если... Ладно, все уже. Кто со мной? Алекс. Алекс, мы красные. Надеюсь, красные, как в тот раз, будем мы опасные. Я сейчас не буду ничего особо строить. Я так просто покупаю блоки. И бегу сразу на центр, что в Бэдварсе одно из самых основных правил — это добежать первым на центр. Какого хрена там уже розовый? Троица. Нельзя. Ну, блок ты можешь ставить, нет? Первый я. Надо, конечно, покупать автостроители. Я тебе выкину, если что. Сюда уходи, уходи. Я тут им пока чуть-чуть жизни подпорчу. Им этот путь немножечко. Да. Зеленым уже кровать сломали. Ну ладно, пока я ломаю им вот это. Это я. Надо им немного жизни еще подпортить. Так. Заблок. Мне надо взять золото быстрее. Давайте поднимемся. Я розовая, я розовая. Давайте будем держать розовый блок. Оп. Сейчас забираю золото быстро. И ломаю быстро. Ну, твою дивизию. Ну, ты мне жизнь испортила. Тварина. 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 Я паркурить умею. Я перепрыгну. Я умею паркурить. Я перепрыгну. Я сказала, пошла в задницу. Хоп-хоп. Я буду махать мне рукой, показывая агрессию. Агрессирую. Ай, вот чертовые розовые. Все, пошлите, будем. Стоп, а где моя команда? То есть посмотрим по чату, она ж не вышла. Так. Ну блин, я одна. Так, надо. Так, я буду ее убивать. Пытаюсь, по крайней мере. Хоп, не дам, не дам, тварь, не дам, не дам, не дам. Пошла в жопу. Пошла в жопу. Пошла в жопу, сказала. Ну, тварь. Давайте я сейчас... мне надо начать новую игру. Нет, давайте поиграем в Экварс. Экварс. Я хочу поиграть в Экварс. Не хочу играть в эту хрень. The... My Pixel. А это на каком? Это на My Pixel. Нет, вот на этом, по-моему. Ладно, сейчас посмотрим на серваках. А, может, поиграем мы в пряточки, если найдем сейчас этот сервак с пряточками. В общем, посмотрим сейчас. Так. Это что? Skyblock. Так. Извиняюсь, ребят. Так. Я что, сейчас пойду играть в Skyblock? Мне очень интересно, сейчас в Skyblock пойду играть. Не, я просто хочу снять такое длинненькое видео, где-то на, не, ну, на часика два. На часик, может. Так, Skyblock. Ну, я не знаю, это что такое, вот это можно выбрать, кем быть. Я хочу быть нет, я хочу быть фермером. Я думаю, я хочу быть фермером. Так, ничего, собирать тоже. Ничего. Так,
Так, это как? Это что мне надо? Может, рудокопом? Я не понимаю, не понимаю. Я не понимаю, я затупок. Да нет. А это что? Прикольно. Ладно, короче. Пойдемте поиграем все-таки. Я хочу в Экварс. Экварс. Кстати, ребят, пишите, пожалуйста, комменты. А я обязательно буду показывать комментарии в видео. И, может быть, выбирать комментарий, который у меня будет победителем, кому я передам приветик. Блин, такой стильный маечка, прям мне нравится. Стильно, стильно. Но у меня скинет стильный тоже. Вот мой скин, как вы видите. Розовый, как. Ну, он не розовый, он фиолетовый на самом деле. Skywars, но это не то. Да, не то. Блин, где тот сервак, который мне нужен? Ребят, камон, извиняюсь за вот это вот, то, что я сейчас проверяю все серваки, где находится мой сервер, где я буду играть. Ну, это не мой сервер, но в смысле, на котором я буду играть. Сегодня, скорее всего, выйдет еще видео и по рисованию. Это опять этот скроблок. Это не то, не то. Да каков же серваки? Можно MyPixel. Просто не помню. Не помню. У меня память как у рыбки золотой. Так, руки виды. Ладно, пофиг, пойдемте на сервер, который нам нужен. Нам нужен сервер. И у меня есть небольшой вопросик к Ютубу. А что за странности? То есть видео, где контент для детей, то есть там будет, ну, меньше заработок, или это вообще на весь канал растягивается? Потому что у меня не на всех видео. Это надпись есть, то есть. Блин, а это что за лук? Мне интересно просто. Так, ну давайте попробуем. Нет, давайте не будем. Или да, ладно, попробуем, ребят. Русский фонтан. Где фонтан? У меня вопрос просто. Нет, я хочу подойти к фонтану, но он где? Ну, это тут фигня, это не фонтан. Оленя. А добавьте такого оленя и вот, вот этого вот. Ёжика и медведя. Разрабы. Разрабы. Добавьте. Ладно, давайте. Давайте, наверное, по команде. Мой шкафчик. Как его открыть? Так. Фигня. Это что, надо прятать? А я хочу вот нет, я хочу вот эту карту, она очень офигенная. Это что, пряточки? Я хочу пряточки, да, наверное. А нет, о нет, я знаю эту игру, это игра ужасная. Это сейчас все будут дреться. Топор, стрелы, которые мне нахрен не нужны.
буду всех топором калашматить. Это кто? А это типа мой тиммейт? Давайте побежим за моим тиммейтом. Да ладно, похрен на тиммейта. Блин, тут у них мечи, господи. А мы блоки можем ломать? Нет, нифигашки. Пойдемте. Заныкаемся. Я хочу заныкаться. Аккуратно. Но нам никто не видит, меня никто не видит. А меня никто не видит, меня никто не видит. Давайте заныкаемся. Да, у меня, конечно, ночка вообще великолепная. А типа выживалочка, я могу выйти. Побежали вон туда. Вон. Одежка, второй топорик. Так, пока бежим, одеваемся. Ну, побежали. И скотинки то, что нам надо. У меня есть кольчужная бронька, но возьму на всякий случай. Но у него там маг 4, а у моих топоров 5. Давайте выкинем эту. Нам это не нужно. А мы можем рубить дерево? Нет, не можем. Побежали искать сундучочки. Ускоряемся. Спринтуем. Конечно, еда очень быстро кончается, когда мы... О! Штанишки, шапочка. Меч у него урон 5, у меня есть топоры. Так, шапочка, штаны, да, вот. Это выкидываем. Это тоже... Хотя нет, паутинку надо подобрать. Вот это выкидываем. Так, смотрите, вот стрелы ставим сюда, вот это сюда. Так, лук, топор, паутинка, яблоко сюда. Все. Бежали искать дальше. Так, а здесь что есть? Тут ничего не открывается. Так, сундучки. Замок. Ботиночки, кофта у меня есть лучше. Меч, топор тоже возьмем. Кофта не нужна. Хотя нет, мы кофту возьмем, чтобы никто другой. Другие не взяли. Шапочки возьмем. Яблоко. Топор оставим. Топор не особо топором таким не побьются. Так, у нас урон 6. Вот ботинки одеваем. Шапки туда убираем. Они нам пока не нужны. Так, ну мы пока нормально ныкаемся. Нас никто не пытается убить. Тьфу. Чтобы не накрекать. Так, беру еще один железный меч, потому что они быстро ломаются. Они будут быстро ломаться, по крайней мере. Так, лутаем. Лутаем. Берем. Это не берем. Блин, нифигенская нычка. Говорят, так, лук запасной, печенька, бронька. А давайте сейчас сделаем очень такую наглую вещь. Мы просто то, что нам не надо, то есть вот эту вот всю броню выкинем в воду. То есть, и она как бы, она пропадет. Ну и тем более, я думаю, в воду вряд ли кто-то полезет. Надеюсь на это. Ем печеньку. Все. Блин, я хочу, наверное, немного посражаться, но и боюсь, потому что я плохо сражаюсь. Давайте в поезде заныкаемся. Смотрите-ка, какая офигенная. Какая нычка. Здесь можно заныкаться, реально. Вон туда прийти можно? Ладно. Не хочу ныкаться, я на самом...
Это что, это попа? Так, ребята, извиняюсь. Это что, попа? Я боюсь ПВПшиться, я убегаю с карты. Вода убивает? Да, вода убивает. Давайте умрем специально. Давайте будем... Так, а меня видит? Меня же видит, да. Юху! Там Джокер. 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 Смотрите, Джокер. Давайте его заскриним. Скриншотим Джокера. Эй, Джокер, скринься. Ей прикольно. Не, не хочу больше играть. Я хочу сейчас, ребятки, поиграть в комнате игру еще. Не знаю, в какую. На. А где сервак, на котором мы не были? Где мой аква? Это кто? А, точно. Заходим на него. Сейчас заходим на сервачок. Тут нет, по-моему, акварса, но... Я не знаю, во что поиграть. Я не знаю даже. Нет, давайте не будем играть в это, я не хочу. Я хочу играть на самом деле в Экварс. Не знаю. Экварс. Очень хочу, реально. Очень прям. Ну, не знаю. Получится, нет. Я думаю, я сниму влог про дом, как мы ставим бассейн, как запускаем живца. Вот, есть, нашла. Так. Вот он мой скайварсик. Точнее, экварс, вот он, экварс. Заходи в экварс, экварс. Чё ты не заходишь, что меня тэпнуть должна? Почему я не... Смотрите, Патрик, Патрик, Патрик. Нуб Патрик. Ну, потому что у него такой скин похож на нуба. Тик. Но я хочу в Экверс. Экварс. 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 You're an Алерина. Бла-бла-бла. Ладно, короче. Поиграем мы так. Ой, я тык. Так, делаем от... Нет, это третье надо от третьего лица. А, ребятки, всем пока. До новых встреч. Желаю удачи. Желаю удачи всем. Пока. Да. Ой, смотрите, смотрите. Это... Да, берете котик в руку, ребятки. Всем пока. До новых встреч. Я, наверное, сейчас пойду играть вот в эту игру. Всем пока. До новых встреч. Беру вам этот цветочек. Вот вам прям кидаю. Пока.